Сооснователь Apple Стив Возняк сказал, что биткоин по целому ряду характеристик превосходит золото. Его разговор с корреспондентом CNBC на конференции Money 2020 в Лас-Вегасе был посвящен теме искусственного интеллекта. Однако в определенный момент перешел к биткоину. Возняк отметил, что одно из основных преимуществ криптовалюты – ее ограниченная эмиссия, чем не могут похвастаться выпускаемые государствами фиатные деньги. Он говорит, что золото также не имеет ограниченной эмиссии, поскольку люди будут продолжать находить технологически более совершенные способы его добычи. Золото продолжают добывать, добывать и добывать. Возможно, объем золота в мире и ограничен, но биткоин является более математической и регулируемой вещью. Никто не может изменить математику. Кроме того, сооснователь Apple еще раз напомнил, что уже достаточно долгое время интересуется биткоином и даже купил криптовалюту, когда-то стоило $700.